Сегодня я расскажу про уникальное средство от Ли, которое также используется и на кухне, и в быту, и даже в медицине. Оно стоит копейки, купить его можно в любом магазине. Наверное, вы догадались, что это пищевая сода. Это совершенно безопасный продукт для растений, а вот для тли просто губительный. Сода натуральна и экологична, безопасна для животных, может долго храниться и есть практически в любом шкафу любой семьи, поскольку срок годности у соды исчисляется десятилетиями. Если правильно развести это средство, то можно полностью справиться с тлей на своем участке. Это насекомое оккупирует фруктовые деревья и овощные культуры и высасывает из них все живительные соки. Несмотря на то, что тля по размерам меньше мухи, она может погубить весь ваш урожай, включая деревья, из-за своих массовых атак. Сода же является народным проверенным средством против тли, которое работает всегда. Тля умирает или покидает участок, а растения не получают никакого вреда. Приготовить содовый раствор против тли очень просто. На 5-литровую банку с теплой водой необходимо добавить 2 столовые ложки соды, немного жидкого или хозяйственного мыла в качестве прилипателя, тщательно перемешать, и раствор готов. Его нужно залить в мелкий пульверизатор или любой другой опрыскиватель. Если на растениях уже есть плоды, то я бы рекомендовал после обработки сполоснуть все плоды водой, иначе можно почувствовать вкус мыла на поверхности. И было бы неплохо удалить тлю с растений вручную перед содовой обработкой, чтобы повысить эффективность раствора.